для того, чтобы распустить этот парламент по-настоящему, проявляя политическую волю, интересы абсолютного большинства граждан, Майя Григорьевна должна была сделать одно единственное упражнение. И ее бы поддержало абсолютное большинство молдавского народа. Она должна была издать указ о распуске парламента, опираясь на декларацию о захваченном государстве. Государство было захвачено. И этот парламент был сформирован вперед захваченного государства по смешанной системе. Этот парламент не представителен. И дальше уже можно говорить все, что угодно.